Всем привет, делаю видеообзор проекта Новомаи. Это хозяин. Сейчас он... Окей. Сейчас он стартует и делает 4 виллы, после чего где-то спустя месяцев 7 он начнет строиться дальше вилл. Всего здесь будет 10 вилл. Он продает их на данный момент за 4,9 миллиона бат. При этом часть уже вилл, которая будет находиться чуть повыше, их сразу же уже выкупили инвесторы, потому что цена хорошая. Вот. И где-то после окончания строительства ожидается подъем цен где-то процентов на 20 вилл. А на этапе строительства они сейчас очень-очень хорошую стоимость предлагают за виллы. Поэтому стоит рассмотреть вообще этот проект. Что можно сказать по нему? Во-первых, хозяин француз, он работает с тайцами уже не первый год. У него есть опыт, он строил несколько вилл. Вот, и он что-то вроде, знаете, как человека, который находит землю и организовывает весь процесс по продаже и по промоушену. По строительству у него уже своя компания есть, в которой он в партнерстве работает. И они строят вот такой вот проект. По поводу расположения я расскажу, потому что по самому проекту надо запросить больше информации, как здесь все происходит, какие здесь могут быть, какой может быть профит от владения виллой, ну конкретно этой виллой. А по поводу расположения могу сказать, что расположение очень хорошее, но без транспорта здесь вообще не вариант жить. Тут, наверное, минут 10-15 езды до моря. Но быстро можете передвигаться по острову. Что значит по острову передвигаться быстро? Это значит, что вы будете жить рядом с шорткат Менам Ламай. Это означает, что здесь есть такая дорога через весь остров. И вы можете быстро попадать на Менам, например. Это очень круто. Поэтому до Менама можете доехать минут за 25. Вот, и вы на Менаме, хотя вы находитесь на Ламаи. До Ламаи, до пляжа, там, до Макро, до всех гипермаркетов здесь очень близко доехать, 10 минут. До всяких там севенов минут 5 тоже езды. Вот здесь на Ламаи есть школы разные. Вот, две школы очень хороших иностранных. Поэтому с точки зрения приобретения жилья здесь и проживания, здесь очень даже прилично можно обосноваться. И вот за счет этой цены 4,9 миллиона бат. Он сам знает это, и по многим другим объектам видно, что это очень конкурентоспособная цена. Поэтому мне объект нравится. Если вам он тоже нравится, обратите на него внимание, запросите больше информации. Если вас интересует, как вы будете становиться владельцем, то есть юрист хороший, с которым работает владелец. Также у нас есть юристы, если что, мы вам подскажем, как приобрести виллу в собственность. На этом все. С вами был Лев с компанией Балтимор.